Всем привет, это канал Кубок Поршня. Извините, что долго не выходили видео. Сегодня мы поиграем в игру Cars Mater National, или же Тачки Новый Сезон, с модом High Octane. Я просто дверь прикрыл. С High Octane модом. Октейном. Вот. Выбираем гонку. Здесь это High Octane мод, это как бы добавление. Тут очень много персонажей, очень много из первой части, из игр. Я вам покажу. Нет, я потом, может быть, отдельное видео сделаю про обзор самого мода. А сейчас я погоняю кубок поршня в этой игре. Здесь он более лучше, чем в игре Тачки 2006 года. Давайте в... Не знаю. Давайте что ли Smasher Wheel. Так, так. В пальмовой миле погоняем. Так, здесь сложность не имеет значения. Почему-то, я не знаю. Так, здесь очень много гонщиков, и можно за них гонять. Это круто, вот за этих гонщиков. Думаю, вы знаете, кого я выберу. И, кстати, смотрите, вот у него неправильный номер 117. Тут есть как краску. Тут краску менять, это все равно, что номер менять. Но это, правда, не у всех есть. Вот у этого нету. У этого тоже нету, хотя неправильный номер. Вот есть. Ну, я думаю, вы поняли. Но я возьму Билли, на которого есть неправильный 63-й номер, это неправильно. Есть правильный. Такой вот Билли. Неправильной формы, конечно. Не с тем именем. Но все равно. Я гоняю за правильный номер сейчас, в данный момент. У этого мода много версий. Я планирую закачать в следующий раз. О, кстати, посмотрите налево, там пит-стопнички ездят маленькие. В принципе, время есть, я могу показать вам. Вон там пит-стопнички. А, я за трек выехал. Вот. Красненькие, синенькие. Это все добавили русские разработчики. Ну, вообще-то есть этот мод, это русские разработчики создают. Вот. Это очень круто. Мне нравится такая добавка, что кубок поршня более-менее нормальный здесь. Хоть они здесь кучно едут. Ну, видите, да, они кучка едут почти. На повороте сейчас они будут вообще... О, смотрите влево. Тут грузовики нормальные проработаны. Не то, что там. Там просто цветной прямоугольничек у меня. Ну, можно запрыгнуть, в принципе, да. Вау, прикольно получилось. Да уж, слезть бы мне отсюда. Ах, не дадут слезть, наверное. Во, все, развернулся. Да, вот видите, они кучкой едут. Это в версии 1.9.2.2. Я ее попробую сегодня закачать, установить. Это мода версии. Эти гонщики едут не кучей, но едут с той же скоростью. Ну просто видите, они довольно-таки непростые. С ними сложнее играть, не то, что в той игре. Вот. Что со мной? Ну, в принципе, здесь легко выиграть, так что можно делать, что хочешь пока на трассе этой. Ну, зайди на пит-стоп, хотя меня через 3 секунды отсюда выгонят. Но вот мы посмотрели на пит-стопников. Хотя это они, их можно увидеть только в версии Xbox 360. Ну и в моде этом, хоба, перепрыгнули их. Весело, короче, здесь. Это не только с кубком поршня такие интересные штуки добавлены. Вот. Очень рад, что есть такая штука, что у меня получилось ее установить. И тут добавили на гонщиков этих по словам, ну типа, чтобы они могли что-то говорить, хоть что-то. Несмотря на то, что, да, может быть, не их голос. Вот. Я попросил разработчиков. Они еще не посмотрели на мою заявку. У них просто есть группа ВКонтакте, вот там и можно просить. Вот, я у них попросил сделать на проработанную форму, проработанные имена и побольше гонщиков. Ну, как из самого мультика, типа 34 их, ой, 36 из самого мультика. А не то, что 20 здесь, в мульти... как вот здесь, как в игре. Ой.
Смотрите, как могу. Надеюсь, не попаду сейчас никак в аварию. Во. Давайте на боковых колесах, как в тачках 2. За трюк. Только сложно рулить с этим боковыми колесами. На боковом. Боковым. На боковом колесе. Вот. Короче, очень весело. Мне нравится играть в это. Я покажу вам еще другие гонки какие-нибудь. Не только кубок поршни. Тут даже можно дрифтить. Тут можно дрифтовать на треке, не то что в тачках 2006. Тут можно туру пользоваться, не то что в тачках 2006. Здесь много чего разрешается, не то что в тачках 2006. Вот. А я подрифтим вот так. Не, здесь не получается дрифтить, конечно. Ну, в смысле, нет такой функции в этих тачках. К сожалению. А я понял, как это сделать. Ну, сейчас догоню. Все-таки слишком далеко их упускать не советую. Хотя их будет очень легко обогнать, особенно на турбо. Вот мы их и догнали. Маквинка. Что-то они там болтают. Ну, просто этот мод устанавливается только на английскую версию игры. На русский просто не добавлено ничего. Так, тормозим. Все, давай так вот. Во, вот работает. Чё с его глазами? Не понял. Посмотрите на его лоб. Сейчас покажу еще раз. Вот, блин, чё такое? Чё он-то выло? Непонятно. Сейчас догоню еще раз своих. Я попробую подрифтить. Вон так, кругом. Чё там на первой позиции? Бараш Кёрвер и Айкин Акшер борются. Влево посмотрите. Да, уже далековато они ушли. Я могу выпустить специально для вас отдельное видео, как установить все это, какую версию выбрать лучше. Вот. Если вам интересно, это сами хотите, если так поиграть. Я просто вам еще не допоказал все, что здесь есть в этом моде. Это я просто пользуюсь только кубком поршни добавленным. Вот, посмотрите на его глаза, что у него над глазами. Вот, просто больше, чем просто кубок поршни добавлено. Тут гораздо больше добавлено всего. Попробуем поехать, как они. О, Дэйви Апекс, привет. Ах, не хочу в кучу ехать, придется вот. Все, едем, как они. Мы бот. Мы обыкновенный бот. Нет, я не такой тупой. Я просто буду на вас сидеть. Вот. Сейчас хочу запрыгнуть на них. Вот. Ах. Попробую подобавлять несуществующих в этой игре гонщиков. Например, гонщик номер 70, Флойд Махвилл, Гасприн, который. Попробую добавить его. Ну, тут как бы какого-то одного гонщика заменить его текстуру на текстуру того. Попробую Бобби, у меня есть текстура. Бобби, Мэнни. Бобби, знаете, наверное, 19 номер. Мэнни. Мэнни, если знаете, 68 номер из первой части. Тачек энту окола. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Фото хочу сделать. Красивенькая. Как оно там делается? Забыл. А, вот, все, сделал парочку фото. На превью поставлю. Вот так, смотрите, типа, ну чё, ну какие-то тут тупицы. Вот так, знаете, считает их тупее себя. Такой гордый взгляд сейчас был, ну, по-моему. Эх, толпа. Ну-ка, смотрите, я попробую восстановиться. Чтобы они меня еще ударили. Эх, не получится. Ну, типа, чтобы они меня как телегу не зли, везли. Хотя уже один круг остался, я не хочу все-таки проиграть. Хоть мне легко играть.
Давай, вылазим. На уж, фиг мне. Застрял. Эх, почему вот нельзя с них спрыгнуть? Приходится ждать просто, чтоб сам слетел. Я даже... Я пытаюсь сделать прыжок. Чё с камерой? О, красивый кадр был бы. Ой, вот, типа, зад. Ну, не зад. Бок его красивый, по-моему. Мне же он нравится, этот Билли. Все, последний круг. Попробую, чтобы была тележечка. Так, они сейчас... Эй, эх, блин. О, вот, появился. Давай, Грег Хэндимен. Это вот конфетка. За мной едет 101 номер. Да, вот, молодцы. Я и просто еду, как они, все. Эх, не выпадать. Все. Пора ехать самому. Айкин первый, прям как в моей игре. Ой, как, прям как в моем кубке поршня. Я стараюсь. Но когда у меня не было нового поколения, я делал, чтобы Айкин был первее всех. Типа он сам один из самых популярных гонщиков, как Уинфорд, Лик, Клоудс Кракс и Билли. Вот и Тодд Маркус самые популярные гонщики. Победа! Сейчас я быстренько просто вам покажу, насколько... Как много здесь людей, ой, машин добавлено в этот High Octane Mod. Octane Mod. Сейчас покажу. Давай. Ну да, тут есть чего грузиться, потому к тому же я снимаю, тут не просто это все грузить. Но реально мод четкий. Сама игра Cars Made in National. Там мало персонажей, мало всего. Просто обычная какая-то скучная игра, ну, по-моему. И все. А так с модом-то. Вот я вам покажу Разбакет. Сейчас Разбакет. О, ну-ка, нет. Сейчас. Разбакет. Допустим, такую гонку. Итак, показываю вам. Вот, ну тут у этого Маккуина баганые колеса. У Маккуинов из Рейсурама, тачек Рейсурама, баганые колеса. Вот за этих персонажей нельзя гонять, но они добавлены. Тут пока нам показаны все ржавы. Вот это вот точно нельзя гонять за Бубу. Это вот это вообще обычный прохожий трактор. Фрэнк, понимаете? Фрэнк. Я на нем играл, он очень большой, он не влезает в трек, поэтому я просто стою на... Ну, мне очень сложно ехать. Мне никто не дает проехать сам. У дорожной гонки давайте покажу, какие здесь персонажи есть. Вот, это и Маккуин из Рейсурама. У них колеса ваганные почему-то. Они прозрачные колеса у них. Шланг добавлен, Чика вот такой прикольный. Добавлена несуществующая краска буста, которая из мультика. Ну вот есть игровая. Так, на Винго нету его настоящей краски. Диджея есть, вот, из мультика. Сморкача есть. Вот это да, вообще из игры быстрый как молния. Не вот эти вот, там краска была. Так, за этих нельзя гонять вообще. Сейчас. Это вообще ученики Дока. Ученики Чика. Почти Мака и Кар. Только почему-то здесь штрих-коды вместо яблочек. Вообще, not Chuck. Я не Чак, я не Газик. Но по-английски он говорит, я не Чак. I'm not Chuck. А это не Газик. Чика Хикса. Дока. Ну, это, наверное, не существующий. Мы ж не видели. И Мотора Коу Пити какой-то там. О, вот Кабуто. Вот что он здесь забыл. Итосан, а, это не Итосан, это обычные прохожие, вот смотрите, это обычные прохожие, обычные машины, которые вам говорят, о, привет, Маккуин, ну, знаете, это из игры. Ну, вы, короче, думаю, убедились, что этот мод очень много чего добавляет в тачки. Если хотите, я скину вам, ой, сделаю обзор подробный, как сделать, ой, как... покажу вам, как это все установить. Потому что это реально стоит того, чтобы это играть. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Извините за то, что так долго не выходили видео. С вами был канал Кубок Поршня. Всем пока.